Здравствуйте. Находимся в городе Тбилиси, один из прекрасных мест, гостиница «Богема». Ждем друзей из Дагестана. Немножко опаздывают, но идем на вечернее мероприятие. Красота какая сегодня, ветерок, жары нету, сказка. Как будто для нас погода сегодня. Что там у нас за горами, Валера? Это куда? Казбеки где? Откуда у нас едет? Рядом, думаю, полчаса. Рядом. Подготовка к мероприятию уже началась. Едем встречать наших гостей и веселиться. Сегодня будем пить, петь и радоваться жизни. Всем привет, еще раз из Тбилиси. Ну, люди все равно, это наши джигиты, наши друзья. Ну, конечно, это полное безобразие, что граница перегружена, самолеты не летают, это надо срочно что-то. Полетное время с Махачкалы до Тбилиси 35 минут. 35 минут летит самолет. А ребята в 7 часов сегодня в Махачкале собрались, выехали через Грозный, через Ингушетию, через Владикавказ и застряли на границе, где много эти километровые стоят эти пробки. Сезон туристический, все едут сейчас и на Батуми, и этот, экскурсии, и по монастырям очень много, идет туристический бум здесь, в Грузии. Все это бронируется, все строится под отели, многие даже эти квартиры, дома переделали. И этот сдают. Давид, у меня линия там, продолжайте. Ну, август месяц в Грузии, это пик, можно сказать. Очень много людей приезжают. Можно сказать, что в исторической части города почти мест нет в гостиницах. Все забито. Ну, сейчас мы не находимся на исторической части, но здесь тоже полно людей, очень много приезжают с России, очень много приезжают с арабских стран. И вот как-то пытаемся, чтобы всем сделать приятное и хорошее. Какая красота. Oh, okay, great. I saw you guys were walking here. So you're from originally Russia? No, I'm Georgian. Georgian. And your friends are? Original Georgia. All Georgia. You love Georgia, so. Yes. Okay, have you ever come to this Iran? This is my country. Have you ever come to Iran? What's making Iran? Not smoke. Not girls, okay. Not drink. Okay, what's you have a beautiful nature. You have very beautiful nature. Yes, I know. Iran, you come, very, we'll give Iran you girls, we'll give nice. You wine. Iran, yes. It's okay. I have friends in Iran, in Mashhad. Mm-hmm. Sometimes it's called Mashhad. They will come in Iran. Then it's I don't have great. Time. Oh, yeah. I every time you need 1 month to come to Iran. Yes. No minimum. No, yeah, you need 1 month to research all the places. Go and have fun there. What's your name? Ati. What? Ati. Ati? Yes, it means Ati. Kindness. My name is David. David? Nice to meet you too. Have a good day here. Thank you. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад, что свершилось мероприятие. Пока мероприятие не свершилось, начинается свершаться. Наши гости уже в дороге. Вот-вот они подойдут. И радуюсь тому, что
происходит сближение не просто кавказцев, не просто спортсменов, а людей, которые любят друг друга, история любит их. И самое важное для меня, как друга Газиева, человека, которого я очень уважаю, ценю и знаю все его достоинства, и он стал значит, самым главным организатором этого мероприятия, что, как на Кавказе говорят, его друзья – мои друзья, мои друзья – друзья моих друзей. И поэтому сегодня и несколько дней в Грузии будет праздник дружбы, спорта, здоровья, ну, конечно, и чуть-чуть веселья. И я уверен, что он достойно пройдет, и это будет первый шаг для того, чтобы все люди доброй воли, люди, которые знают цену дружбы, мира знают цену, то, что нам всем не хватает и в наших странах, и даже в семьях, и даже в сердцах наших. И я уверен, что в конце концов, помните, раньше «миру мир». Ну, правда, добавляли там армянам деньги, говорят, но деньги сейчас всем нужны. Поэтому я вам, каждому из вас, дорогие друзья, желаю, что этот вечер, этот праздник дружбы народов прошел и пройдет на достойном, уверен, уровне. И вы, и еще ваши друзья, следующие эти фестивали пройдет еще более красочно, еще более, большем масштабе. И пускай люди знают, что на Кавказе умеют и ценят дружбу, уважение и достоинство. Успехов вам, дорогие друзья! Грузия с вами всегда! Приветствую вас, дорогие друзья! Приветствую я, Давид Кардава, и Тбилиси, и вся Грузия. Сегодня мы начинаем гала-концерт, посвященный Дню дружбы народов. Его затеяли мои друзья, люди, которые очень любят Грузию, очень любят Кавказ, очень любят Дагестан, Татарстан и всех людей доброй воли. Те, которые ценят мир, дружбу, любовь, уважение, то есть те ценности, в которых мы все воспитывались. Вот сегодня за этим столом собрались все те люди, которые начинали в оргкомитете были этого мероприятия. А по дороге к нам из Дагестана едет делегация спортсменов, выдающихся деятелей искусства, спорта и просто хорошие люди, наши друзья, но из-за большого количества на этом таможенном терминале очень много желающих попасть, приехать в Грузию, и поэтому мы сегодня уже с утра ждем, и до сих пор они уже только пересекли границу, но они знают за счет локации, куда им ехать, они знают, и мы ведем эту трансляцию не только на Ютубе, но и на Фейсбуке, Инстаграме, Перископе. И я хочу вам сказать, что вот минуту на минуту они должны подъехать, а пока вы видите здесь наших друзей из Греции, из Италии, из Грузии, да, в общем, из Дагестана, из Азербайджана. И вот наш самый главный такой неформальный тамада Батони Валериан Перунашвили. Вот, посмотрите на него. Валериан, помаши нам рукой, пожалуйста. Это наш друг из Важа. Да. Дорогие друзья, на сегодняшний день, вот сейчас, мы готовимся к встрече. Это традиционное грузинское застолье, но здесь очень важно учесть то, что за столом все халал. Халал – это то, что положено по уважению, по культуре, по религиозным традициям и нюансам нашим мусульманским братьям, нашим дагестанским друзьям, аварцам.
И все по-грузински, но с учетом их традиций, их обычаев. Поэтому это очень важно, я хочу подчеркнуть, это дань уважения нашему братскому народу. И я уверен, что вот там оставшиеся стулья заполнятся очень скоро, и мы продолжим нашу прямую трансляцию. Юра, я думаю, на этом мы первую часть, да, мы подведем итог. И я уверен, что сегодня будет много песен, много танцев, много тостов. Ну как может кавказские застолья в Грузии без тоста? Поэтому я уверен, что будет весело, по-доброму, как положено у нас на Кавказе. До следующих встреч в прямом эфире, дорогие друзья. С вами был Давид Кардава, друг Газьява и вообще друг этой красивой жизни. Всех благ вам! Земле этой грешной живой.
Гобрево, ехла мида цармогидгинот Ревас Лутидзе, мсоплиос да Европис мралагиз чемпионим Клаучичи. Клаучичи. Дрес дреобит арис сакартвелос накребис тавари цртенли, та мида да усва рандомиме китхва мас. Ревас. Миатове диди спорти да гадахотим цртенли. Ара, ар мини. Хо. Еха накребис тавари цртенли вар да еха амжамат вензадеби мсоплио чемпионатиствис ра туркетчи чатардеба Анталияши. Сакартвело рейтингши робор котидебс. Да. Сакартвело рейтингши рогор ту регбис рейтинги вицит, клавчетис джерар вицит. Европис мобилчи вор теха гундурш. Ке. Соплиоши? Соплио еха чадардеба, ортошдам соплиосац мовигебт. Аба рас визавт. Ყველაზე ძნელი რა არის შენ სპორტში? Როგორ? Ყველაზე ძნელი რა არის, ყველაზე რთული? Ფიზიკური ძალა თუ ჭკუას უნდა ქონდეს და ფიზიკური ჯანიც უნდა მოგზევდეს, თორე ისე რა ვერცხელს გადა. ორივე ალბათ, ხო? სტარტი აზროვნება და ჭკუა რა. ესე გვერდიდან რო უყურებ, არ ჩანს ისე გონია რომ მარტო. ო, ბევრს გონია რომ აი სუფრაზე რო დაждებიან, ეგრე გაამ კლავჭიდი და а, ძალიან რთულია და ძალიან ისეთი სპორტია რა. თუ ვერ ჩაწვდა რაღაც ისეთ თუ დაალჭიდავდე რასაკე რომ სპორტით იყავი? არაფერი ისეთ. თავიდანვე კლავჭიდი. უფრო დიდი ვიყავს რაღაც 21 წელს რო დავიწყე ვარჯიში 20-21 წელს. ოლიმპიური სახეობა არ არის, მაგრამ ეხა ნენელა ისე მიდის რომ მე მგონი შევა, ეხა წელ შეიყვანეს თან მსოფლიო თამაშებზე და უფრო რაღაც წინ მიდის რა, და შეიძლება ოლიმპიადაზე შეიყვანო, რა ვიცი, სულ მალე რა. პერსპექტიული ბიჭები გყავს? კი, ძალიან მაგარი ნაკრები გყავს, სამი ნაკრები გყავს. 18 წლამდე, 21 წლამდე და 21 წლის ზევით და სამივე კატეგორიაში, ანუ ევროპის ჩემპიონები გავხდით გუნდურში. მე ძალიან შორს ვარ პოლიტიკისგან და საერთოდ არ მიყვარს პოლიტიკა და დღეს ახლა რა ხდება ეს მეგობრობის საღამო? შენი დამოკიდებულება მასთან? კი, ნორმალურია და მიხარია. მეც რავი ახლა პოლიტიკიდან ძალიან შორს ვარ, მაგრამ ნუ კაია რომ ჩამოდიან დაგესტანელი მეგობრები. აბა რა, ეგრე უნდა იყოს, კი. საერთოდ უნდა მოისპოს ესაზღვრები და მართალი ხო? შეჯიბრება იყოს მარტო სპორტში, სუფრაზე? კი, კი, მართალი. მინდა წარმატება გისურვო. ოღონდ მაგრამ მომიჭირო, მაგრამ მომიჭირო. და კარგად იყავი, აიხარე. ასე რომ პირველი ინტერვიუ ლუტიძისგან და მე მოხარული ვარ, რომ ასეთი ძლიერი ადამიანი ფიზიკურადაც და გონებრივად ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია. А на каком языке, брат, у него? На каком? На итальянском, я не знаю. Русский? Русский? Не, не. Итальяно. Я итальянский, я не знаю. My name is David. Oh, nice to meet you. Я итальян. Рогор гдзноб тавс сакартвелош. О, сакартвело is very, very good. Сакартвело in the heart. Nel cuore. Very, very professione. I'm a geometra engineer and I love this country. I come here next time, sure. Georgian song, Georgian song, I like. Mi piace, Italia e Georgian song.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare solo l'italiano. Sì, grazie. Grazie. Сасавит лурджи гакс талеби Шанабит май гавар салигли савазас Багас силам азисты севлиян калеби Аже билат савет шен савал шагас Багас силам азисты севлиян Сарик ди салазас
Сегодняшний вечер проходит в ожидании долгожданных гостей, которые вот уже 7 часов не могут переехать границу, которую они пытаются преодолеть. И мы с нетерпением ждем их всех, всей нашей командой, всем составом, которые здесь собрались и их ожидают. Но, к сожалению, границы есть границы. И мы сейчас вот говорили о том, что между хорошими людьми не должно быть границ, между хорошими людьми не должно быть расстояний. Весь мир – это наша родина, весь мир – это наша семья. И поэтому мы хотим видеть наших близких, родных с собой рядом в любое время для дня и ночи, и чтобы они всегда могли беспрепятственно приезжать к нам, и мы могли ездить к ним. Доброй ночи, рад приветствовать всех наших братьев, которые прибыли сегодня на фестиваль дружбы народов. Мы приехали из Северной Осетии поддержать наших братьев и всегда старались присутствовать рядом с нашими спортсменами и поддерживать эту спортивную тематику. И всячески пытаемся в рамках этого фестиваля поддерживать наших братьев. Будем надеяться, что и в дальнейшем в теплой дружеской обстановке будет проходить данное состязание, и пусть победит сильнейший. Чао, бомбино. Джузеппе. Валера, а ну-ка давай, пойдем проводим. Чао. Бонна ноте. Как не надо, слушай. Ладно. Надо нам, ребята. Ты с нами? Это же вообще. Эта машина Юра была у Роберт Де Ниро. Да, давно не видел тебя. От души рад тебе. Очень рад. Как ты? Все хорошо, все спасибо. Ну, главное, чтобы вас, живой. Вас скрывает, вас снимает скрытая камера. Очень приятно. Юра приехал специально. Ну, Юру-то я знаю, конечно, вместе работали. Юра, рад тебя видеть. Давайте кушать. Сперва, может быть, что? Пару слов сказать. Да не надо разговаривать, кушать. Давид, начать. С приездом. Спасибо. Валера, тамада, он будет с вами на протяжении всего. Наши братья прибыли, дай Бог, чтобы они прибыли вот с чистыми намерениями, и дай Бог, чтобы они выступили, как полагается. Тяжело было, да? Горячее – это то, что наши джигиты приехали. Дорога легкая, но просто долгая. Самое, с чем все связано? Пробки были российские границы, и плюс потом пробки таможенные. Таможенные, да. В смысле, много машин было? Много машин, понимаешь? Очень много машин. Да, да, сейчас очень время, там идут потомы, там надо писать, очень много. И русских, и... Очень много туристов, да, да, мы это видели. Некоторых мы даже удивлялись с рюкзаками, и пешие даже туристы переходили границу. Ради кушать, ради Бога.
мне приятно будет смотреть, а то и кушает. Потом сам чрезвычайная вода, мы вас ждем. Ну, на то, да то, не всем ребята пьющие. Сейчас могу еще вино давать. Да, наша история была. Еще будет? Еще будет. Я согласен. С тобой, Давид, все только начинается. Все только начинается. Вино. Я говорю за все. Ну как, не надо всех грузить. Кто-нибудь пьет? Ну он же грузин. Он же грузин, должен грузить. Идти на борьбу. Да, да, да. Наконец-то прибыли наши гости. Мы безумно рады встречать их. Вот, ждем остальных. Процесс не останавливается, мы продолжаем встречать и радоваться этому дню. Мы готовы не спать сутками, лишь бы только люди приходили. Еще вино сколько раз? 0,5, да? Без алкоголя. Без алкоголя. Валериан, президент Федерации. Шахмат, хотел сказать. Шахмат, нет, не подойдет. Грузинской борьбы, сам дзюдоист, чемпион мира, многократный чемпион. Ну, короче. Я дзюдо занимался. На 6 килограмм боролся. Я не говорю, что они голодные. А мы, а кто там? Наш мы твою фамилию дали на границу, кто ответственный там? Ну, тебя вызвали? Меня первого и вызвали. Мы твою фамилию, Шамиль Османов там, от главного. Российские границы, они их отпустили сразу, меня на российской границе долго держали, ждем звонка. Тоже забрали в спецотдел, задали вопросы, я ответил. Там много было вопросов и много ответов. Где проживаешь, где работаешь, я говорю, Олив ТВ, программа «Не молчи», журналист. После видите, вот Барталаев, говорю, турнир вот такой-такой, пригласили, говорю, вот, фестиваль, что вы будете делать? Я говорю, ну как? Фестиваль? Да, бодаться. Где вы будете проживать, где вы будете, с кем вы будете, куча вопросов, я на все вопросы ответил. Ну, он в глаза не смотрел, мне что удивительно было, он разговаривает со мной, в глаза не смотрит, поэтому он слышит хорошо. Остерегался он, скорее всего, остерегался. Не хотел по твоей. Он выводы делал. Во-первых, мы дай бог, а сегодня будет одно, завтра будет еще одно. Врач. И все. А микроавтобус? Я, насколько понял, они уже всего выйдут. Да? Не, очень долго. Я сейчас не буду намазываться. Намазываться. Микроавтобус. Я недавно выпил, то есть вчера, то есть выпил, то есть за спорт. Спорт так не бывает. Спорт такое, дело, что людей. Грузинов, россиянов, украинцев, азербайджанцев, армянов приезжают. Я хочу быть за спорт. То, что вы сюда приехали, на грузинской земле, и послезавтра, то есть завтра уже, вы поедете в Кахетию принимать участие, вы и ваши ребята, дагестанцы, слава Богу. Дай Бог. Буду участвовать на турнире Баркалаева, имени Баркалаева. И я хочу сказать, что Баркалаев, может, я не знаю, да я знаю, что какое имя владеет Дагестане, Махачкале. Да. Но я могу свободно сказать, какое имя владеет Кахети, Барели, самый сильный Баркалаев, который ни раз в то время при коммунистах ни одного спортсмена, когда Баркалаев слышал, что грузин, и попал в беду, там какая-то чипета, да, он был. Не то, что вынужден это сделать, он себе таус... Опять длинный достойный? Не, это должен сказать. Ну, короче, давайте. Значит, камера снимает. Пусть камера снимает, потом вырежем, потом поставим, потом добавим, потом это... За вас приезжаем. За вас, за вас. И дай Бог, что все равно, всегда, вы приезжали. А где другие? Вам нам это, я это слово не люблю. Вам нам это должно быть одно целое. То вам, то нам. Не одно целое. Это то, я хочу вас. За любовь, за спорт. Дай Бог, дай Бог. За спорт. И что, ребята, благополучно приехали, цели, полтора. Передавай. Я не хочу, что между Россией, между Грузией была такая граница.
Если не существует граница Франции, Италии, Германии, это зачем должны быть границы? Об этом говорили. Если россияне приходят в Грузию без проблем, почему я не могу тебе к дому приехать? Как гость, как брат. А я этого хочу, понимаешь? Слава Богу, что вы доехали. Доехали. С приездом. Пусть на спортивных площадках побеждают сильнейшие, а за столом добрейшие и самые дружные. Он такой отпечатает, какой район? Какой район? Он кричит, Ахвахский, называй свое село. Он говорит, какой район? Он поднял глаза, на нее посмотрел, на нас, как на это. Я уловил, что он говорит свой район. Я говорю, это сейчас я посмотрю, там, какой район. Он просто называет, говорю, свое село, где он родился, это Ахвахский район. То есть в этот момент он поднял глаза и нас посмотрел. Ну, это, да. Он до того в шоке был. В шоке был, да. Какой еще Ахвахский? Куда вы едете? Где? Какой район? И он такой, Ахвахский. Засыпает. Что, всю ночь, значит, я не могу, я уже пожилой грузин. Но очень перспективный. Согласен? Я пожилой, но очень перспективный. Передайте, пожалуйста, всем потенциальным этим. Ну, Юра знает кому. По социальным сетям, интернет-ресурсам. Потом мы приехали, вот дагестанцы, шумят утром, мы в Европе находимся. А вы что? Артур, это король. Сейчас еще больше буду шуметь, я грузин. Мы же все дикари. Не подожди. Все дикари. Я дикарь. Давай я согрел. Я знаю, что... Баба, крепкий есть такой. Она вообще шикарная, кстати. Полторы тонны есть у нас. Все, кайфуем. Сразу уже там забивайте, что хотите забрать. 500 килограмм сразу отправим вам. Валера. Очень вино ребятам понравилось. Есть. Есть. Of course.
Сасавит лурджи гакс валеби Шенабит майгем хар салигди савазас Аг силамазистис цевлиян калеби Даже билот самен шен саваш Силамазистис, цевлиян калеби Аже билот самен шен савал шарак Давид, ты готов? Юсупом петь? Сейчас мы с Юсупом и со всеми вместе. Давай, давай. На грузинском языком? На даргинском. Я после армии ночь не ночевал. Долгожданной гитаре я тихо прильнул, осторожно и бережно тронул струну. И она отзовется, зазывно звеня, добротою наполни тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори. Ой, гитарная струна, ла-ла-ла, и ла-ла-ла, и ла-ла-ла, и ла-ла. Я не понял, я здесь творческий вечер у меня. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Я гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропикой уйду звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. La 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 Ответьте ударом. Ответьте. Алаверди. Алаверди. Держу. Грузина. Держу. Бросай гитару. Хопана. Алаверди. Ответьте, ответ. От уютного города Кизилюрта. Это что, у нас дуэль пошла, да? А? С гремчиком. До пипра до конца. А куда мы затоило? Я скачу по Мексике, словно по Кизилюртовскому региону. Али гори гори гори! Yo,
свою дельса. Па-ра-ра-па-та-па. А я кидала у ночи босс. У ночи босс. Делам бибе. Шискану босс. Рано-рано утром встану, папиросочку достану и забью я чудный косячок. А потом я расхумарюсь, сам себе заулыбаюсь, потому что старенький торчок. А потом я расхумарюсь, сам себе заулыбаюсь, потому что старенький торчок. Bye bye, 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 bye bye. А потом пойдем на поле, конопли растет там море, только там найдем себе покой. Ногу на ногу поставлю, на ковер зеленый сяду. И плывут по кругу ништяки. Ногу на ногу поставлю, на ковер зеленый сяду. И плывут по кругу косяки. Бай-бай, ва-ба-ба-ра-ба-ба-ба, ра-ба-да-ба-ра-ба-ба, бай-ба-ри-ба-да-бай. А я знаю, накануне жить без плана невозможно. Знаю, что без плана пропаду, братва. Чтоб и это не случилось, чтоб и ты не приключилась, я мешока наш не тормозну. Чтоб и это не случилось, чтоб и ты не приключилась, я мешока наш не тормозну. Бай-бай, ва-ба-ба-ра-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ра-ба-ба, ба-ра-ми-да-ба-ба. Лоли, лоли-та-лола, четыре дозы себе вколола. Взяла то и умерла, то взяла то и умерла, то. Хабиби, 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 амур. Моя милая, лишь ты одна. Ша-па-па-па-па-па-па-па-па. Путурама нежней и красивее, чем луна. Словно весну ты мне, любимая, даришь любовь неповторимую, музыку грёв, сердце звучит она. Светла как день, тепла как ночь, зовешь меня и гонишь прочь. А я мечтаю и душу, скажи, зачем тебя люблю. Светла как день, тепла как ночь, зовешь меня и гонишь прочь. А я мечтаю и душу, скажи, зачем тебя люблю. Милая, что же не пьешь ты пасту зубную с северным кремом для бритья? Милая, все эти продукты и парфюмеры создали лишь для тебя.
хазблату долой. Ребнаса клятвая, золотую с чем-то. Я ведь не виспу за слова забил. Хай твои окна смотрят беспречно в розовый вечер. С вашего позволения сейчас выпью я это бога за газел да сыр. С вашего позволения выпью сейчас сколько смогу. Делай, брат, до конца. Конца. У вас лимонад есть? Откуда в Грузии лимонад? Где в Грузии лимонад? У вас никогда не было лимонада. Никогда. Есть у нас такой лакский район. Ну, лакти, да. Ну, да. Они говорят всегда: охлей туба лейти хумейдер шихуми улат смешари все будет хуйсу, а будешь лакрил джумату путсю. Все понял, я все лично понял. Я вас обнял, мои страшно симпатичные старшие братья. Спасибо вам еще раз. На возраст не надо акцентировать. Старейшин солнечного Дагестана, так как наш старший представитель здесь, всех благ вам. Вашим спасибо, семьям, спасибо, вашим спасибо. Близким, родным, от души желаю все, что вы сами себе желаете. И спасибо тебе, мой брат старший. Я думал, ты в бои без правил участвуешь. Да, да. Участвуй. И там участвуй. Мой тоже вот зам по непонятным вопросам тоже участвует. Двести лет тебе здоровья. Да, до свидания. Валера, где Валера? Валера здесь на виде где? Зато хорошо слушаю. Валера, по-братски. Это наши, это с нашего города все приехали. Все наши, самые близкие, которые можно, этот, ближе нету. Скажи, Валера, президент Федерации, который, от кого пошло это все? Джо Баба, это? Джо Баба. Да. Скажи. Я всех вас приветствую на грузинской земле. Я очень рад встречать вас здесь. Всегда добро пожаловать. Хотя бы мы с моими друзьями уже второй день ждем, но лучше поздно, чем никогда. Всегда добро пожаловать, чтобы и в Грузии, и в Дагестане проводились очень хорошие мероприятия по борьбе, грузинской борьбе. И мы всегда будем принимать к счастью и здоровью. Вам тоже здоровья. Я тоже, между прочим, на 42 килограмм хорошо боролся. Случайно это пабул пришел. А что делать? А это Малика наш. Да, гитару пересел. Продолжение же следует. Можно посол отдастроить. Нет? Как ты? На что бы завтра сидел? На первой станции здесь было. Я как было на сроке. Сатах попало. Скатай. Мерекутайс. Первый скатай. Нет, первый скатай, потом я китайс. О, есть. Это упро адрей. Орский. Наш брат ждал вас. Давайте мы в конце.
аварский грузинский. Поздние осени порою падая листья шуршали. Я возвращался домою, где меня долго так ждали. Ох, какой трудный инструмент! Вот на этом инструменте я придумал сейчас песню про новое правительство. Рамазандар, Куштунландар, Василий Али Бабачи, Вачунландар. Вачунландар, ландар, да. Извини, она у тебя и так была не настроена. Честное слово. Da ispis angelos ta simhera da galova Troa Troa Zevsa tkovotar mogua glos calova Gzada duviloce, gzada duviloce Bevedra bit kvelac minda salocav Gzada duviloce Zada gviloce, ve vedre bit hvelac mi da zavocav. Na naj, 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 Разве путь твой ближе, чем дорога млечная? Арго, о каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки, странствий с нами вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки, страсти с нами вечное. Эй, на-най, 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 Даже петь молодежи лень. Да, посмотри, среднее поколение как поет. Вот я не могу только в остановке работать. Я собрал на эти лет уже больше ничего. Но готов все пройдет. Так устроен свет. Все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит век. Спой о том, что биться не устает, сердце-сердце рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость, за мой хохва все пройдет. Это густо. Да посмотри, ленивый как. Маша, ты что такой ленивый? Спасибо, дорогой. Да, спасибо. Сигареты без дров вас не будут. Да, 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 отдай его инструмент, отдай его. Вот я... Братишка, ты мой гигант.
идем вместе его и споем, так как я слова не знаю. Вместе вот сейчас запоем, Малика, Тукаеда, Родика, Салаида, Барыша, Салаида, Барыгия. Малика, Малика, Тукаеда, Родика, Салаида, Барыша, Салаида, Барыгия. Балакивай, не запантулакивай, вай ваши волхасталей, мочит барахавай. Телахал балакивай, не запантулакивай, вай ваши волхасталей, мочит барахавай. Наша колхоза очень богата, одна корова, и то не наша татарита, и то не наша татарита. Наша колхоза очень богата, одна доярка, и то хромая титарита, и то хромала титарита. Ой, дари, 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 дари. Наша колхоза очень богата, одна лопата, и то сломатали дарида, и то сломатали дарида, ой, дари, 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 Чего кохло вот так вот бушать не надо, о, долой, долой, долой. Как старший ты вперед пошел, мой старший братуха. Донна Белла Маре. Da bel momento che mi piaci più, con la bella mare. Под забором орки воспитали меня вора, как родная назвала рама, ой, мама, шару с лакарма, как родная назвала рама, ой, мама, шару с лакарма. Тише, люди, ради Бога, тише. Голубой силою сама крыши, голубой с голубкой на руке,
твою мамочку, какая доля дорожная. Голубуку с голубукою горькую, ою мамочку, какая доля дорожная. И на пасашок хочу вам показать азербайджанский стиль. Песня называется «Аденти брызговики». Давай до конца. Тун ля базан, тун ля зан, тун ля базан, тун ля ба. Истияндыр, пахтияндыр, тун ля базан, тун ля ба. Так как здесь сидят. Старые, самые молодые граждане СНГ. Играем, поем. Дожди грозы, взял только сны грозы и детскую мечту. Я тихо уплыву, пути не выбирая. В котором я живу. Новый путь будет нелегкий бою, тянут ко дну волю прежних ошибок. Но мой вовсе не так уж плохо. Я не от тех бегу, кто вели мне пророчи, и висит не проще на твердом. Но понять, что вдруг со мною стало, что как меня послала, успокой, что меня. Но и путь будет нелегкий мой путь, тяну ко дну. Но мой маленький дом цветы из песен и слов всем моим дедам на зло вовсе не так уж плохо. Давид Кардава, собственно, Дагестан приедет, сейчас будет академию делать нашим кондюрчикам. Поможем. Сынчик, можем поможем. Вам лимонад наливает? Не. Тебе читал. Все есть? Мамука где? Мамука.
Ахмеда что-то пошел, не заезжал? Заезжал, соскучил, приступил. Соскучил как-то вот так. Странно. Я поехал на своей машине, я знаю где. Да что, где? После границы ни разу не звонил. Все только начинается. Мальчика. Все правильно. Понятно? Да. Все только начинается. Вот так. Распев. Всех благ. Да. Спасибо, что приехали. Пускай ваш поезд еще один шаг будет. Итак, друзья, все равно, знаете, как в пивной рекламе, чаще нужно встречаться. Потому что наши культуры настолько близки, настолько... Одинаковые. Да, одинаковые практически. Там. Ну, пускай, да. Это просто, короче, когда вот это... Прошло, а так все было одинаково. Вот, допустим, мы оба поем, да? Он поет, а я ору. Вот одинаковый, но я ору. Он поет. Он оба на ноги. Сегодняшний день.